«Малые города России. Хранители наследия». Так называется выставка, которая открылась в холле Совета Федерации. В экспозиции представлены фотографии Суздаля, Углича, Плёса, Торжка, Ростова-Великого и других. Отдельную часть выставки посвятили произведениям мастеров народных промыслов. Ростовская финифть, хохламская и городецкая росписи по дереву, каргопольская игрушка. Выступая на открытии экспозиции, вице-спикер Совета Федерации Илья Сумаханов напомнил, что в малых городах сегодня проживает треть граждан нашей страны. Именно там, значит, в значительной степени сосредоточено историческое и культурное наследие. Россия – это не только Садовое кольцо, это гораздо больше и гораздо глубже. И чем больше мы узнаем про нашу страну, чем лучше мы познаем глубину нашей истории, тем стремительнее мы двигаемся в будущее. И это неразрывная связь. Ни одна страна мира не может гордиться вот таким и культурным, и историческим, и духовным многообразием. Добавлю, что в этом году на благоустройство малых городов и исторических поселений правительство России направит 5 миллиардов рублей. Финансовую поддержку получат населенные пункты, которые победят в специальном конкурсе. Чтобы принять в нем участие, муниципалитетам нужно разработать собственные проекты благоустройства.